меня на работе. С работы такой халтуры. Меня не ищите на пляже, в объятиях блондиночки даже. Я буду сегодня на туре. На туре, на туре, на туре. На туре, на туре. Я буду сегодня на туре. На туре, на туре, на туре. Смотрите, все это в натуре. Я буду весь день на футболе, на лавке и даже на поле. И в ливень, и в снежную бурю, вообще погоду любую. Меня вы отыщете тут же, гоняющий круглый повыше. На туре, на туре, на туре. Я буду сегодня на туре. Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-то настал очередной четверг. Значит, в эфире передача «На туре». В студии, как обычно, Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов. Также сегодня будет у нас и Максим Киселев, будет и гость, с которым мы обязательно пообщаемся. Ну, как обычно, да, раз в две недели мы пишемся. Соответственно, информации много, событий было много, но, наверное, основное, к чему мы хотели бы обратить внимание, на основное, да, это все-таки Еврокубки, как от Лиги Чемпионов, так и до Кубка Москвы. Дим, ну и начнем, наверное, сверху вниз, да, как мы это да, любим обычно, да? Сразу же окунемся в этот фантастический мир еврокубковый, тем более, что на Западе, а именно на Сетуньпарке, проходили два полуфинала Лиги Чемпионов. Так уж получилось, что из четырех команд три западных представителей вот, принимал участие в этих встречах. Что очень и очень хорошо, да? Вроде бы две команды у нас перед сезоном Западная Лига лишилась, да? Двух топовых, одного действующего еще победителя Лиги Чемпионов, да? Но при этом, смотри, какая, да, у нас происходит такая, я бы сказал, метаморфоза. Потому что раз, три команды в полуфинале. Это здорово, это круто. Это говорит о том, что Западная Лига, наверное, одна из сильнейших. Не только в Москве, но и, возможно, в России. Ну да ладно. Собственно, давайте посмотрим, наверное, эти матчи. И начнем с самого, наверное, предсказуемого матча. Это матч Мегатитан ЦДН. Первый матч, напомню, что риэлторы проиграли со счетом 1-0. И здесь шанс оставался у ЦДН-то. А шанс оставался, но вот и ты, наверное, видел этот матч. Я имею в виду первый матч. Там Мегатитан, конечно, смотрелся намного сильнее. И на мой вот взгляд, да, потом мы немножко так с Евгением Рыбиным обменялись впечатлениями от этого противостояния. На мой взгляд, все-таки Мегатитан создавал намного больше моментов и в целом мог забить больше в той встрече. Но при этом забил он больше именно во второй, вот уже в дебюте Корчагин открыл счет. Вот, забил аж 4 мяча, мы их все обязательно увидим. Единственный неприятный момент для Мегатитана тот, что лишился, потерял в этом матче Михаила Пименова. Я тоже узнал, в чем причина, дернул он заднюю поверхность бедра, вот, точнее переднюю, где-то в области паха, вот, и поэтому он в этом матче больше не играл. Вот сейчас Крупадер забивает второй гол, кстати, с передачи Корчагина. Но ЦДН не досчитался 4 игроков. И не досчитался, самое главное, вот по ходу этого сезона, как выясняется, не досчитался главного тренера, да, Альберта Осколкова, не было его на бровке, и в этом тоже можно какие-то причины этого поражения искать. Возможно, и мы помним, что матч с Кайзером в 1/4 финала, когда 2-0 команда вела без главного тренера, но затем пропустил 2 мяча. Единственное, на что хватило ЦДН, это вот индивидуальное действие Зураба Анти, который смог распечатать ворота Лихонина. Но вот очень Сергей Кутузов здесь, даже с травмой головы, хотел забить он свой гол. Он является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов. И, конечно же, вот он ему, вот этот гол удался, но всего лишь один. Хотя, в принципе, моменты у Кутузова были. Ну, мне кажется, что Мегатитан играл, ну, не на 100%, то есть был определенный задел, который команда могла прибавить в любой момент. Да, ну, после такого вот хорошего начала, после такого врезового старта, конечно, можно было немножко там обороты сбавить, и действительно Мегатитан, если что, ну, складывалось такое впечатление, что мог прибавить в концовке встречи и где-то там дожать соперника, может быть, где-то вот действительно забить те самые необходимые голы.
Ну, на самом деле, не хочу бросать камень в огород ЦДН, да, но как-то слишком уж не настроенная, не подготовленная команда подошла к этому матчу. Не хочу камень в огород кидать, потому что все-таки это дебютный сезон команды. Команда и так прошла достаточно далеко, и это успех, за это тоже, надо сказать, молодцы, да, команде, но при этом вот какой-то все-таки осадочек он остался. Вот, ну, могла эта команда сыграть гораздо сильнее, увереннее и какие-то проблемы Мегатитану доставить. Мегатитан сыграл вообще здорово. Кстати, знаешь, что мне понравилось, да? Мегатитан сыграл по сопернику. В этот раз не по счету, а именно по сопернику. Когда команда начала играть один в один. Один в один, и этот трюк, так скажем, использует обычно команда, которая играет вторым номером, как Кегли, знаешь, помнишь, Магистраль бывала в лучших времен. Вот примерно что-то похожее. Это очень сложно, а тем более, когда у ЦДН нет таких крокивщиков, как Ефимов, Гейслер, который сломался, Макаров, да, и Антия, пожалуйста, один, что-то пытался, один, помощи практически не было. Ну вот и как раз выиграл он в один момент, да, свое противостояние, какое-то единоборство, и, собственно говоря, смог забить. А все остальное? А вот да. Что касается осадка, осадка такого сильного, вот, на мой взгляд, не осталось, потому что все-таки все равно западный коллектив прошел дальше. И это было, в принципе, уже понятно. Нет, я с точки зрения осадка ОЦДН. Вот, а с точки зрения того, что, конечно, наши команды в любом случае были в финале, это здорово, и у Мегатитана третий шанс выиграть Лигу Чемпионов. Два раза до этого оказывались неудачные две попытки, да, и достаточно болезненными были эти поражения в финале. Но посмотрим, как Мегатитан, впервые дошедший до финала без Владимира Читая, как справится с этой задачей. А, между прочим, в соперниках-то у команды Игоря Кроткого не абы кто, а тройка, собственно, с которой они и боролись в группе, между прочим. И Мегатитан тогда на один балл всего обошел тройку регион. Вот, точнее, тройка, наверное, да, все-таки правильно сейчас говорить, регион уже отсутствует. Вот этот. Да-да-да, именно тройка, все верно. Но перед тем, как все-таки тройка попала к финалу к Мегатитану, тройке предстояло... Ну, как это вот выяснилось, да, уже впоследствии все-таки отоборонять свой счет. Удержать. Свою, да, победу, которая, в общем-то, была добыта на домашнем стадионе. Какая-то головокружительная просто победа с сногсшибательным счетом 4-0 над действующим двукратным чемпионом Запада. Ну, на то были вот объективные причины. Все-таки Кирилл Бирюков в предыдущей передаче рассказывал, не было тренера, некоторых футболистов. Кстати, Бирюкова не оказалось в этой встрече. Но появился гигант Пучков, который начинал игру в нападении, потом... шел в защиту и потом в опять нападение. Знаешь, что меня еще немножко удивило? Это то, что Красевич занял место в воротах, но ты знаешь, он провел идеальный матч. Просто идеальный, если бы не он, в КСП бы не было шансов вообще. Ну, важно, что было. Первый гол. Вот, пожалуйста. Аванесян зарабатывает пенальти, который четко реализует. Не реализует сначала. Тринитацкий, да, Гуреев? Да, но потом все-таки вторым касанием все-таки добивается желаемого результата. Ну и надо сказать, что у тройки было очень много моментов, на самом деле, да, вот хоть итоговый счет 3-0, такая сухая победа в КСП была зафиксирована, но у тройки были свои моменты. Правда, в большинстве своем где-то ближе к второму тайму, наверное, они начали появляться. Ну, а мы видим, как ФКСП очень ударно проводит начало встречи. 2-0, это Стригунов забивает второй мяч. И вот в этот момент, в эту секунду, казалось, что ФКСП действительно додавит своего соперника и сможет забить там 2, то и 3, может быть, даже мяча. Да, времени казалось еще вроде бы много. И потому как складывалась игра, все могло сложиться удачно для прокуратуры. И команда действительно, она играла, она атаковала, она создавала моменты, но тройка все-таки опытный, тоже кубковый боец, и было видно, что им тяжело, да, что и где-то лишний свисток, да, Владимир Коржевский не дает, и много споров было. Ну, такая вот, пожалуйста, да, сейчас Владимир Коржевский удаляет представителя тройки региона Михаил Растопчина, это третий гол Аванесяна, и вот здесь как раз... ключевой момент встречи, когда на один гол практически был
ФКСП к выходу, к тому, чтобы сравнять счет. Но и вот здесь, да, интересный момент все-таки, как тройка регион, футболисты этого клуба спорили. Кстати говоря, вот в нарезку, к сожалению, не попал момент. Вот смотрите, вот сейчас нет. Увидим мы. Вот был ли удар? Да, вот, кстати. Ну, вот здесь, мне... здесь знаешь, как можно рассуждать? Если было удаление, значит и удар был. Ну, вот, ну посмотри, какое место, да? То есть это прямо у резервного арбитра перед носом. Ну, с одной стороны, да, но вот мне показалось из комментаторской, да, что там не было удара. Ну, как-то вот они попихались, но вот целенаправленного удара не было, это раз. Второй момент, даже здесь, да, мы, камера, к сожалению, ушла. Хотя мне показалось, а может быть, резервный смотрел в другую сторону. Да, может быть, может быть, все что угодно, может быть, и главный там заметил. Вопрос в том, что как Пучков отнесся к этому удалению, по-моему, он абсолютно не спорил, по-моему, он совершенно согласился с красной карточкой. Ну, собственно говоря, вот мы смотрим, если сейчас мы еще раз увидим его. Ну... Сложно ответить, да, эпизод достаточно спорный, но вот все-таки, да, ФКСП сбивает третий гол, Дима, она сбивает, когда уже ближе к концу, там остается совсем мало времени, но я хотел бы сказать о другом моменте, который, к сожалению, тоже не попал в эту нарезку, это когда Пучков промахивается в середине второго тайма, перед пустыми воротами. Да? Промахивается бьет мимо мяча. Согласен со мной? Да, это, да. Это вообще, это вот, ну, вот стечение обстоятельств. Дай ему еще раз, 100 раз вот забить, и он забьет их, понимаешь, попадет по мячу. Но именно вот в этот день, в этот час он взял и не попал. Да, вот будьте там, не знаю, Бирюков, не Пучков, да, к примеру. Может быть, был, ну, абы-кабы, как говорится, да. Был бы Бирюков, может быть, вообще матч бы по-другому складывался. Да, да, но вот... Может быть, ФКСП вел бы уже в 4 мяча, а может быть, и вовсе проиграл. Да. То есть, ну, здесь это сложно, конечно, так обсуждать. А вот вопрос с Пучковым, да, нужно было забивать, конечно. Это была середина второго тайма, забей. Пучков 3-0 и 15 минут. Вот что-то мне подсказывает, что ФКСП как раз смог бы реализовать вот свое преимущество. В принципе, и хотя бы перевести в серию пенальти. Тогда это было вообще ну, фантастически. Ну, здесь бы и стены помогли бы до дома. Да, да. И тогда бы мы увидели бы финал Мегатитан ФКСП. Мегатитан, ну, просто очень хотел... Я знаю, в соперниках ФКСП, чтобы... А потому что никто не хочет тройку в соперниках. Может быть, поэтому. Ну, не знаю, я с Михаилом Пименом перекинулся парой фраз, опять же, да, после он говорит, что, в принципе, разницы абсолютно никакой, что тройка, что ФКСП. Не, ну, оно понятно, дело финальное, дело ну, все, 60 все, минут, да, все, здесь угодно, уже все равно соперник не выбирает. Любая команда будет уже проверена боем, да, то есть в любом случае пройдет сложный путь. Ну, тройка впервые в своей истории попадает в финал Лиги Чемпионов. Мегатитан, я напомню, третий раз попадает в финал престижнейшего турнира. Есть еще там, 10 дней плюс-минус до того, чтобы команде подготовиться, настроиться и подойти в оптимальном состоянии. Правда, мы... Залечить Пименова, например. Залечить Пименова, ну, насколько я знаю, да, где-то неделя без тренировок, лечение, спокойствие, и Пименов будет готов. Единственное, мы не можем вам пока сказать, где будет проходить этот... финал Лиги Чемпионов и Кубка ЛФЛ, потому что пока еще не обладаем такой информацией, но я надеюсь, что все-таки на Западе, да, это будет логично, потому что во всех финалах у нас присутствуют западные команды. Тогда вот мы все... И здесь сюда еще приплюсовать Лигу Москвы. Да, да, да. Москвы, я... То и здесь да, также, да. Да. То есть 4 западных команды во всех турнирах, во всех финалах будут участвовать. Да, поэтому наверное, логично, что будет на Западе, возможно. Но суть в том, что мы покажем тогда все матчи, обязательно их посмотреть, это будут классные матчи. Но давайте поговорим немного о Кубке ЛФЛ. Здесь тоже прошли полуфинальные матчи. И здесь вообще нашим командам никуда не надо было ездить, потому что Титан встречался с Трансконтейнером. Да, первый матч завершился со счетом 2-0. Два мяча перевозчиков позволили команде с таким комфортным довольно-таки преимуществом подойти к ответной встрече. Хотя сами футболисты, в общем-то, два мяча вот этих забитых, ну, не возводили, да, в какой-то там, в икону не ставили, так скажем, и прекрасно понимали, что отобороняться против Титана все 60 минут вряд ли получится.
Но и матч... Казалось бы. Ну, а здесь я с тобой поспорю, потому что трансконтейнер оборонялся только первые 15 минут, которые Титану удались, ну, просто превосходно команда смотрелась. Вот забей за эти, за этот первый, за этот отрезок времени, может быть, у Титана бы и пошло бы дальше, да, глаза бы загорели, и дальше бы все было бы интереснее. Но трансконтейнер как-то перетерпел вот этот стартовый ажиотаж и смог ответить своим голом. Голом со стандарта, все довольно-таки здесь традиционно для трансконтейнера. Да, Максим Ануфриев, защитник, который подключился к атаке и, собственно, в штрафной площади забил первый мяч. Ну, вот что-что, но... не ожидал, что Титан не забьет вообще. Хотя, вот смотри, моменты есть Титан, да, но реализация, она, конечно, оставляет желать лучше. Да, но... и в конце матча будут очень неплохие моменты, правда, когда уже будет счет 3-0, но все равно, да, нужно было забивать. Ну, смотри, смотри, вот здесь, да, пожалуйста, да, Кузин не попадает. Это второй момент. Да, зато вот трансконтейнер. Смотри, забивает все свое, полумомента даже. Да, Медведев здесь уже, понятно. Ну, благо, здесь уже, вот мне кажется, немножко Титан свалился, не, где-то не в то русло пошла игра, и много начали фалить, где-то действительно это и грубо смотрелось, ну, а трансконтейнер не стеснялся атаковать, то есть где-то вот во втором тайме уже такой открытый, обоюдоострый футбол пошел. Ну, смотри, второй гол мы видим, здесь неразбериха, вот этот гол и третий гол, да, это вот вся суть, противостояние двукам. Вот смотрите, третий гол, да? Костриков отбивает, попадает в Бушуева, который, от которого отлетает мяч в ворота. Понимаете, это вот, Дима, это вот вся суть противостояния, да? Но все решают ошибки, все понятно. Ну, это даже не ошибки. Трансконтейнер, понятно, заслужил это, да? Но все-таки здесь как-то трансконтейнер реализовал все, что было, все у него получалось. Титан какой-то выглядел обреченный, честно говоря, вот, вот как-то что-то вот не то, что-то не хватало, понимаешь? Ну, я вот немножко как-то с другой колокольни, так скажем, видимо, наблюдал, да, с другого фланга, потому что мне понравилось, как играл трансконтейнер, мне понравилось то, что я видел вот после 40, там, после 15 минуты стартовой, то есть трансконтейнер смотрелся здорово, а вот у Титана игра действительно не клеила. А я не говорю о том, что... Не, я говорю про то, что дело не только в том, что одна команда реализовала свои моменты, а другая не, нет. Трансконтейнер действительно смотрелся здорово и, на мой взгляд, действительно заслужил победу. Ну, согласись, где-то и повезло. Вспоминай первый матч, когда Глазков бьет в упор, понимаешь? В упор бьет и попадает в Савоськина, который просто стоит уже, понимаешь? Просто стоит в упор. Третий гол трансконтейнер забивает, да? Костриков берет, отбивает мяч, но я таких мячей, честно говоря, ну, редко вижу. Когда человек отбивает и бушует, даже не в упор стоит, да, а в нескольких метрах, и мяч от него отлетает. Ну, а цена этого третьего мяча, она, по сути, ну, то есть он ничего не определял. Но он уже залетает, ну, и второй все-таки, да, где-то неразбериха, где-то что-то. Но понять, в этом виноват Титан. И виноват трансконтейнер, что они так играли, да, это их заслуга. Но, тем не менее, да, все-таки где-то какой-то фарт, вот, он все равно был на стороне трансконтейнера. И то, что не забьет Титан, это не только заслуга трансконтейнера, но и ошибки Титана, которые были допущены где-то. Ну, любой гол – это следствие ошибок. То есть, ну, здесь можно рассуждать с любой стороны. То есть, ну, фарт был, да, наверное, без фарта никуда. Я думаю, что в футболе, в том числе, в любом спорте. Ну, и, все-таки надо сказать, что трансконтейнер, он вцепился в этот полуфинал. Он хотел выиграть, у него горели глаза. И было видно, что команда все отдаст ради того, чтобы выйти в финал Кубка ЛФЛ. Если вот, кстати, развивать твою мысль, то скорее даже в первом матче, наверное, трансконтейнеру где-то повезло забить два мяча. С долей везения там где-то, да, это все было. И вот во втором матче уже, собственно говоря, трансконтейнер играл отчеты, то есть где-то ты, ну, играл в свой футбол, то есть было вот комфортно играть. Ну вот, Дим, скажи мне, пожалуйста, твое мнение, да, совмещение Алексея Медведева позиции играющего тренера, оно тебе вообще как? Это очень спорное решение. Может быть ключевым моментом, например, когда надо переломить
исход встречи, может, оказаться с холодной головой. И бой, да, абсолютно согласен. Да. И сложно сочетать. Тем более, что ладно, когда Медведев там в каких-то матчах, может быть, не таких важных или не против таких сильных соперников, да, Медведев может где-то попробовать дать себе шанс передохнуть, да, и провести на поле, там, грубо говоря, в общей сложности тайм. И тогда действительно остается время на то, чтобы какие-то решения принимать, как-то дирижировать игрой, да, еще и сбровки. Но в этом матче Медведев провел на поле все 60 минут, и, ну, замен не хватало, не хватало. Абсолютно мне вот это показалось, прямо отчетливо было видно в этом матче, то есть замен не хватило. Ну, возможно. Возможно, здесь вот, честно, не берусь судить, потому что все-таки Титан, прошу прощения, одна из немногих команд, да, которая готовилась, на сборы ездила, да, и по идее даже там... Но на сборы готовилась, если... ездила на сборы с другим тренером. Ну, как раз, готовность-то должна быть, да, все равно. Ну, а что, физически люди готовы. Ну, а в чем-то они готовы, они? А не было какой-то вот, то есть смотри, идет матч, первые 15 минут, видимо, какая-то стартовая установка, какой-то стартовый запал, и все получается. Титан прекрасно атаковал, и там чуть ли не осада была у ворот трансконтейнера. Но вот эта стартовая установка, она забывается там, или выветривается, или уже соперник как-то меняет свою игру, да, подстраивается под себя. И нужно тебе что-то менять, где-то освежать силы, где-то кого-то выпускать, да. Ну, с заменами очень как-то вот было скудно, то есть... Как-то ожидалось, что все-таки больше будет. Ну, то есть, сказать, что замены просто не усилили, да, игру, мягко говоря, да? И... Скорее, они были, они были не в нужный момент, то есть, произведены, и, точнее, в нужный момент их, наоборот, тоже так же не было. То есть, вот, скорее всего, такой здесь момент, потому что, ну, мне так показалось, во всяком случае, вот со стороны. Ну, а вот что касается Алексея Медведева, то ну, это очень тяжело. Это очень тяжело, да. Проводить особенно все 60 минут на поле. Там мы помним пример с Георгием Кашкашвили, но он-то вратарь, он еще хоть как-то видит всю эту, да, поляну, все. Ну да, есть время что-то осмыслить. Да. Но и потом там все-таки действительно ты видишь все поле. А Медведев нападающий, который за матч, я не знаю, сколько челноков назад сделал. То есть, ну, там совершенно нет времени подумать о том, что кто-то устал или кому-то нужно дать время игровое, да, кому-то наоборот поменять. То есть, ну, да, действительно, это сложно. Это вопрос, который... для себя будут решать в Титане, да? Ну, я думаю, что придут к этому, да. Да. Тем не менее, счет 3-0 во второй встрече, по сумме двух матчей 5-0, трансконтейнер проходит дальше, что удивительно. Не то, что трансконтейнер прошел, нет, а то, что... 5-0, да. 5-0, да, то, что Титан ни разу не поразил, и как таковой, ну, по счету борьбы не получилось. Но традиция продолжается, матчи между двумя этими коллективами в этом сезоне завершаются только сухими победами. Да. Дим, ну и я скажу, что трансконтейнер крутой в этом сезоне, в этом розыгрыше Кубки ЛФЛ, это настоящие мужики, это бойцы, которые прошли, ну, тяжелейший путь. Ребята, если вы отдадите финал, это будет самая настоящая несправедливость, да. Кто бы там ни был, а у вас будет играть Гефес, который обыграл РМА со счетом 3-1. 3-1, две победы, что как и трансконтейнер, да, практически, только вот Гефес пропустил, да. И в том и другом матче, да. А трансконтейнер сыграл на 0. Да, и если надо просто разрывать Гефес, потому что у вас была самая сложная сетка, это пятый элемент, это усадьба Бана, это Титан, и пройти такие коллективы, и оступиться, ну, в финале, мне кажется, это будет совершенно неправильно, и вы потом будете об этом жалеть. Ну, трансконтейнер чем хорош, да, они каждый неделю, да, тренируются, где-то играют, то есть, я думаю, что Николай Мазурин, который открывается для нас с новой стороны, да, как тренер, и открывает для нас по-другому команду, обязательно подведет команду свою трансконтейнер в оптимальном состоянии. Ну, собственно, Кубок ЛФЛ обсудили, Дим, теперь у нас еще ниже. Стоп. Ну что ж, обсудили мы главные Еврокубки Москвы, теперь, Дим, предлагаю нам поговорить о Еврокубках рангом чуть-чуть пониже для команд второго, первого дивизиона, в которой участвует
Дюпель и Портер СВ. Портер СВ мы обсудим с нашим гостем. Ну, а Дюпель 13 мы покажем вам сейчас видео с этого матча и поздравим с выходом. С выходом в финал Лиги Москвы, да, Дюпель, конечно, нас сегодня удивляет, точнее, в этом сезоне удивляет, и казалось бы, что иногда со знаком минус, да, но в основном со знаком плюс, там, и в чемпионате тоже очень борьба интересная продолжается, да, и Дюпель, в принципе, не до конца еще не решил, точнее, не решил, да, и не потерял шансы на то, чтобы повыситься в классе. Давай напомним, что первую встречу 6-4 выиграл Дюпель. Вот и в этой встрече он забил по своим двух матчам 7-й гол, но Андреевка просто так не сдавалась. Все-таки гандикап 2 мяча, теперь уже 3. Он, в принципе, отыгрываем, да, в команды, когда встречаются там, скажем так, первых, вторых дивизионов, да, все-таки там более, может быть, открытый футбол, вот, соответственно, Андреевка полетела, побежала отыгрываться, и Дюпель играл по счету в какой-то степени. Ну, Дюпель, да, конечно, уже, в принципе, да, знаешь, столько боев, столько матчей Дюпель провел вот в этом розыгрыше Лиги Москвы, то есть команда и так, в общем-то, с таким боевым характером, с сознанием дела, да, что нужно, собственно говоря, в тот или иной момент противопоставить сопернику, ну и вот здесь самое главное было действительно сыграть в такой более, скажем, низовой футбол, да, может быть, конечно, где-то пропустить, где-то забить, но в целом не распыляться на атакующую игру и стараться все-таки вспоминать, да, периодически о своих воротах, чего Дюпелю, ну, в некоторых матчах явно не хватает. Ну, мы видим по этому матчу, да, что игра достаточно открытая, атака на атаку, моментов много, и вот Андреевка забивает второй мяч, выходит вперед, 2-1, и вот здесь уже, ты знаешь, можно поймать кураж, да, и просто на кураже уже доиграть матч, но хорошо. Мы и видим-то на самом деле. Да, да. Много моментов, много ударов с дальних дистанций. И пришлось там, конечно, Денису Морозову прилично постараться на последнем рубеже подчищать за своими партнерами. Но все-таки молодцы Дюпель, что не стали откладывать дело в долгий ящик, а сравняли счет и, наверное, так подуспокоили этот нерв игры. Гол был забит уже в концовке, 2-2, и вполне комфортное завершение матча. И Дюпель у нас, собственно, в финале. Это третий представитель Запада и третий турнир, который мы обсуждаем, да, и команда играет в финале. Это здорово. Это очень здорово, честно говоря, прямо так вот улыбка наворачивается. И при этом нужно сказать, что взять там Лигу чемпионов, да, Кубок ЛФЛ, много команд западных дошло до полуфинальных, да, стадий. Ну а вот в Лиге Москвы и в Кубке Москвы такие вот Портер и Дюпель — это наши первооткрыватели, и как раз пожелаем им в первый же свой, да, год, собственно говоря, оказаться с желаемым трофеем. Плюс, скажем, что Дюпель 13 попал на Спарту 2015, нет, это не наша Спарта, вот, но вот такой будет символичный финал, если Дюпель еще и выиграет, то выиграть Спарту, наверное, тоже очень приятно. Но Спарта тоже не подарок. Она обыграла такси ритм. Кстати говоря, Аркадий Ботов, нападающий Дюпель 13, в интервью говорил, да, что понравился такси ритм эта команда. Ну, вот, они играли с ней в группе и хотелось бы с ней встретиться в финале. Но вот Спарта 2015 достаточно легко и уверенно прошла такси ритм и теперь ждет Дюпель 13. Вообще, ты знаешь, все, вот кто так или иначе коснулся вот этих новых Еврокубков, говорил, что довольно-таки сильный состав участников, что играть тяжело, интересно, и как раз вот уровня этого где-то, может быть, не хватает во внутренних, в каких-то матчах, да, внутреннего первенства, но здесь вот как раз можно и опытом где-то, и мясом обрасти, и в том числе получить незабываемые эмоции. Ну а еще раз пожелаем все-таки нашим коллективам еще и
титул забрать. Ну, поддерживаю тебя здесь. Первый финал для Дюпеля, первый трофей, который могут выиграть красные дьяволы. И мы будем очень внимательно следить за всеми финалами, которые будут 17 июня. Дим, у нас остался еще один Еврокубок, который мы обсудим сейчас, но чуть позже. Мы не поговорили о премьер-лиге, мы не поговорили о ней специально, потому что... Хоть чемпионат уже, по сути, закончился, но... Есть еще недосказанность небольшая в виде стыковых матчей, в которые попал «Космос». И после того, как эти стыковые матчи пройдут, мы пригласим... к нам в студию кого-то из премьер-лиги и подведем итоги уже чемпионата. Ну, а первый дивизион... Может быть, уже к этому моменту будет известно, кто 100% поднимется, да? И да, мы будем да, какую-то да, уже такую да. вот теоретическую премьер-лигу на следующий сезон составлять. Да? Да. Тоже будет интересно на это посмотреть. Ну, и мы первую лигу целенаправленно не... трогаем пока. Почему? Потому что завтра выйдет статья, интервью с командой, чемпионом-победителем первого дивизиона, с ее руководителем. Вот, соответственно, не будем раскрывать всех карт, и почитайте, будет интересная статья. Ну а, Дим, через... Наверное, все, да, что мы хотели пропустить, пропустили. Вот, ну, потому что все-таки мы не можем все обо всем в нашей передаче поговорить обо всем. И очень долго, очень хочется, но мы не можем все охватить. Давайте все-таки уже... Да, ну а после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим уже с нашим гостем. Возвращаемся мы в студию и теперь же с нашим гостем, игрок футбольного клуба «Портер СВ» Михаил Архангельский. Миш, приветствуем тебя в студии. Мы хотим поговорить, естественно, о Еврокубке, который у нас остался, поговорим о второй лиге. Но и в первую очередь мне хочется спросить, ты тренируешь девушек? Нет, тренирует Максим Сергеевич, я с ними тренируюсь. А просто тренируешься? Да, ну, для поддержания формы. Ну и как, это можно поддержать с ними форму? Ну, какие упражнения дает Максим Сергеевич, там можно поддержать. Какой вообще уровень? Вот мне просто, я тебя видел пару раз среди девчонок, вот. Среди девчонок? Понятно. Ну, уровень, ну, как знаешь, не знаю. Если с мужским сравнивать, то, ну, наверное, это... подростки, которые лет, ну, года по два, по три занимаются футболом. Mm-hmm. То есть, в принципе, ну, сравнивать с мужским футболом, с мужчинами, которые всю жизнь практически mm-hmm. занимаются, ну, нет. И, ну, именно в этой команде, потому что, ну, может быть, если с детства многие из них тренировались, то уровень был бы повыше, скорее всего. А так, здесь больше играют девчонки, которые, ну, им нравится футбол, и они вот поняли, что... хочется им играть в футбол, и они думают, что у них получится. И, в принципе, Максим Сергеевич очень много им дает. И с того момента, как они начали играть, и mm-hmm. сейчас, они уже прилично прибавили, на мой взгляд. Ну, это здорово. А ты бы смог тренировать женскую команду? Такой последний вопрос про девочек. Ну, дело в том, что, мне кажется, я вообще не то, что женскую, я вообще не вижу себя тренером, как бы вообще. Просто я считаю, твои... чтобы быть тренером, надо всю жизнь, все свое свободное время посвящать футболу. Ну, я, к сожалению, не могу этого позволить себе, поэтому, я думаю, нет. При этом, мне кажется, что на Сетрин парке ты от звонка до звонка каждые выходные. Да нет. Неправда. Ну, вот в это воскресенье я точно уехал. Я отыграл игру и уехал на работу опять. Миша, вот скажи, пожалуйста, смотри, как получается. Ну, в футболе, ты знаешь, футбольный жаргон, мужской, да, там тележка, булка, там ты что травишь. Ну, в таком всем роде, да, вот в женском жаргоне что-то есть? Или он похож на мужской? Ну, вот у девчонок я таких слов не слышал. То есть все более так по-жизненному, да, как вот по-человечески, что называется. Наверное, все-таки на свой лад какие-то там, женские, внутренние, да? Приколы, да, более женские. И вот один раз мне говорят,
в очко прокинули меня. Я говорю, ну, вообще-то у нас принято в дом говорить. Да ладно, так, удивились еще. Думают. То есть, как во дворе некоторые больше даже выражения, чем как вот именно у футболистов. Я слышал, вот, что вместо бей по мячу, шлепай по мячу, шлепни по мячу. У нас так девочки не говорят. Ну, видимо, Максим Сергеевич просто отучил. Ну, да ладно, собственно, все равно просто, почему мы вспомнили о женской лиге, да, потому что она переехала на Сеттон Парк, была пресс-конференция, презентация, и они теперь часть нашей семьи, вот, поэтому, естественно, мы не можем проходить тоже мимо, тем более лето сейчас, да, они ходят там по кругу, можно сказать, да, мешают работать и играть в футбол. Мы, кстати, про женскую лигу Екатерина Белозерова, одна из руководительниц, обязательно пригласим, пообщаемся. Очень интересно. Ну, собственно, о Еврокубках. Портер СВ, да, судя по своему турнирному восхождению, да, поинтереснее, чем Портер основной-то получается. Да нет, ну уровни разные. Все-таки вторая лига и уровень премьер-лиги разные вещи. Поэтому, ну, если по результатам смотреть, ну, как бы так, несмотря на, ну, как сказать, уровни, то, может быть, да. Не беру пока премьер-лигу там и второй дивизион, это понятно, но вот сам факт Еврокубков, да, Портер СВ играет в финале турнира Москвы. Это как можно расценивать? Как престижно, удовлетворение или шалтай-болтай? Ну, насколько я понял, у нас в этом сезоне получается главная задача успешно выступить на Москву, ну, именно у СВ. Ну, поэтому, если мы хотим все очень выиграем в финале, то главная задача на сезон будет решена. Ну, вы, кстати, об уровнях, тоже такая ремарка, все-таки Портер СВ на своем пути в Кубке Москвы обыграл такие команды, как Анжи, ПСВ. Ну, чем не уровень? Ну, европейские команды. Ну, назваться-то можно как угодно. А что там внутри, это же. Надо соответствовать тогда, получается, этому уровню. А вообще, вот как ты оценил бы этот уровень? Потому что я вот слышал от многих, в общем-то, футболистов Портера, что действительно уровень приличный. Вот в Кубке Москвы. Не знаю, мне кажется, у нас Феникс 9 и Турбина поинтереснее, чем многие соперники, которые у нас были. Просто, может, они в таком состоянии на нас попали, и что они ничего вроде как такого не показали. И плюс, вот единственное, вот пиратам. Северные пираты, да? Да, вот более-менее так на уровне команды. И, ну, единственное, что просто если смотреть на счет, да, то и не скажешь. 6-2 что... вы выиграли, кто не знает, Портер СВ обыграл во втором матче пиратов со счетом 6-2. Как-то вот не по-пиратски они, что ли, сыграли? Не знаю, как. Не знаю, мне кажется, просто первая игра закончилась 3-0 у них дома. Начали эту игру, они нам пенальти забили, они вроде побежали вперед, но вместо того, чтобы как бы второй забить, а забили бы, если второй, то могло все, ну, как обычно, ну, по-другому сложиться. Да. А вместо этого они пропустили 1-1, тут же второй практически. Наверняка они поняли, что уже такой никак не отыграть. Мы наоборот поймали свою игру, и первый тайм 4-1, все, игра закончилась. Ну, то есть ты хочешь сказать, что пираты, в принципе, достойный соперник. То есть, там... Да, и вот причем мне, ну, как сказал, в первом матче, хоть и 3-0, они нам ничего не забили. Там было больше опытных футболистов. То есть во второй на молодых приехало побольше. И мне их игра в первой. Ну, их игра в первом матче понравилась больше. На севере, да? Поле вот как, собственно, поменьше. Как выезд? Понравился вообще? А у нас получилось, что второй в подряд именно тоже туда. До этого играли с КДС, они тоже из этой же лиги. То есть поле привычное, то есть каких-то. Уже получается вторую игру там играли на Еврокубке. Ну как бы не просто в первой игре было, они вот минут 5-7 было, они мяч очень хорошо и отнять было сложно. А здесь приехали молодые, мы вроде так думаем, сейчас как-то бегут. Оказалось, лучше бы они в пас играли, как в первый. Ну, надо сказать, что у вас тоже состав-то опытный. Ты еще совсем недавно в премьер-лиге играл. Ковальчук играл в премьер-лиге, Коротков играл в премьер-лиге. Проказа должен был играть.
в Портере в основном в этом сезоне, да, вот в связи с болезнью, да, Ельцов Максим играл, Хусаинов вот стоял. У вас состав-то, ну... Поэтому я, наверное, и говорю, что мне показалось, что в 2Б есть посильнее команды, чем... Кстати, у вас нападающий есть Дмитрий Морозов, да, который лучший бомбардир у вас в команде. Вот что о нем скажешь? О нем как-то мы не особо знаем. Молодой, бегущий. Когда слушает Максима Сергеевича, ну, вообще все хорошо получается. А как получается, что тренирует тоже Максим Сергеевич, что ли, Портереса? Сергеевич тренирует всех. Всех. Ну, это мы давно знаем, и заряжает еще электростанции, собственно, чего и горит свет на Сетон парке. Даже если вот, вот видео вы снимали эту игру, посмотреть вот, ну, с пиратами вторую игру, может быть, после того, что с Москвой очень легко так далось, многие как-то вошли в игру так, ну, вяленько, расслабленно. Угу. Если посмотреть запись этого матча, там один был мотор, двигатель, там, живчик сам, это был Максим Сергеевич, и он носился, его можно было на любом участке поля видеть. Я говорю, поэтому он и тренирует, и еще и на поле очень большое проводит. Значит, скажи, пожалуйста, за вот этот турнирный путь, который вы прошли, какая-то из команд запомнилась, какая-то игра, может быть, что-то мог бы выделить? Ну, запомнилась, мне играла с пиратами первая, там, Бескузникова. Угу. Ребята опытные. Очень хорошо мяч держали. Я говорю, был момент, минут 5-7, и просто отнять мяч не могли. Но в итоге забили первый, и все закончилось хорошо. Мы выиграли 3-0. Портер СВ играет в прессинг? Ну, зависит от соперника и от там, хода игры, ну, конкретно каждого матча. То есть, по-моему, в прошлом, ну вот в первом круге были несколько игр, когда мы именно в прессинг шли, играли, и это нам приносило результат. Иногда мы по счету, когда мы уже ведем, иногда и на своей половине встречаем. Иногда, ну, ну просто вот... все зависит от соперника. Иногда, ну, вернее, в основном мы больше мяч держим. Пытаемся контролировать мяч. Ну, опыт вам не занимать на самом-то деле. Хорошо. Никогда. Как говорится. Такое ощущение, что все-таки мыслями ты где-то ближе к внутреннему первенству, нежели к финалу вот, Кубка Москвы. Есть такое, что где-то стоит все-таки приоритет чемпионата? Ну, возможно, просто в дивизионе 2Б есть своя группа ВКонтакте, там любят все пообсуждать. И из-за того, что все-таки здесь мы больше времени потратили, да, ну, как бы вот Москва, она хоть и тянулась весь сезон, да, но там одна-две игры там в месяц как-то менее запоминается. А здесь уже как бы и появилось, с кем ответную игру хочется сыграть, кому-то там, может быть, ну, доказать, что мы лучшие, что мы не просто так где-то впереди вышли в первую лигу. Так что, ну, ты, понятное дело, тебя что... затянуло вот ну, это... Ну, как бы, да, но то, что, ну, тут, ну, все-таки, сколько получается, 36-34 матча в сезоне, где-то вот обсуждение, еще что-то там. Где-то, ну, ты выигрываешь, а тебе говорят, что, да, не, ну, Портер никакой, но... Вот, короче, с ними играть, мне просто им повезло, там, и вообще мяч квадратный, там, не знаю. А так, ну, просто, ну, как, где-то ходит... Ну, то есть, получается, что все-таки, да, чемпионат как-то больше затянул, чем, ну, Москву, да, хочется выиграть, ну, потому что и руководство, и все, все и хотят, ну, просто так же, да. Плюс еще, вы до этого в передаче говорили, я слышал, краем уха, что, получается, во всех четырех кубках есть команды, вот Дюпель, Мегатитан, Трансконтейнер, Дюпель, и Портрес, во всех. Если возьмет Запад, у нас, наверное, рейтинг будет вообще зашкаливать просто космически, да. А вот скажи, пожалуйста, ты сказал про форум, да? Часто ли обсуждают Портер именно там? Ну, сейчас вот уже я смотрю, но я все равно туда захожу, но уже как-то уже просто иногда спать спокойно не могу, если не зайду посмотреть, что там. Но из-за того, что уже как бы все практически результаты известны, уже там обсуждений стало поменьше. Единственное, последнее, что там поздравили нас и Феникс с выходом в первую. Пожелали удачи. Да.
звали. Вот, не, ну, нормальный, без всяких шуток, приколов, да, вроде пожелали. И еще, ну, по-моему, это Ваня написал коротко, что он в финале, там, ну, какие-то комментарии вроде прошли по этому поводу. А так, в принципе, уже, ну, как бы проходит, если тур, то все как-то уже так спокойно, что каждый больше свои игры обсуждает. Когда-нибудь кому-нибудь отвечал? Ну, было разок, после Феникса. Довели? Так, немножко. Кто-то здесь уже об этом рассказывал. Скажи, пожалуйста, пока мы еще Кубок Москвы обсуждаем, скажи, пожалуйста, не был в какой-то момент обузой вот, именно игры на Москву, потому что это все-таки выезды, да, это два дня, это две игры. Ну, я бы не сказал, у нас такой хороший коллектив, народ всегда собирается, просто единственное, могу сказать, что не то, что он обузой был, а то, что вот первые игры, как мы просто тяжело в них ходили, они нам тяжело давались. Просто вот, ну, кто-то там после игры сказал, если нам сейчас дать соперника, который был первым, вот его на это вот время поставить, то там было бы не первая игра, не 1-1 там, или 6-5. А счет был бы совсем другой, и выиграли бы мы очень просто. То есть, ну, просто как-то тяжело входили. Единственное, сейчас вот под конец сезона, что получилось, еще из-за Кубка Запада получается у нас. Приходится переносить игры чемпионата. Ну да, да, да. Потому что и Москва, и чемпионат еще продолжается, и Кубок Запада. То есть три игры иногда получается на выходные, поэтому одну приходится переносить. Ну, кстати, о Кубке Запада. Там вы тоже успели уже нашуметь в этом сезоне. Все-таки обыграли команду из премьер-лиги, команду Москва. Что скажешь по этому матчу? 6-1, просто счет такой, ну, разгромный. Честно скажу, на игре не был, работал. Ну... Конечно, не надо ничего говорить, Миш, по этому вопросу. Здесь все понятно. Дальше Титан просто. Вот, вот именно Титан. Вот, именно, вот что, скажи нам. Вот именно, ну, Москва, просто я как думал, может быть, даже не собралась или еще что-то, а вот Титан. Вот тут реально будет, можно будет посмотреть, для чего мы на самом деле все-таки в итоге стоим. Ну, но единственный еще наш плюс, то, что мы, в принципе, если мы проиграем, да, то... Никто ничего не скажет, да, мы ничего не теряем, да, тоже верно. Мы идем на игру, ну, как... Ничего не теряем, мы уверены в себе, то, что мы просто выйдем попробовать свои силы, чего мы реально стоим. А если уж мы выиграем, ну, тогда а в футболе все... бывает... Да нет, ну одна игра, конечно, да. Чудеса случаются, а в футболе тем более. То... А, в параллельном матче играл Шевы Плюс Зеленоград с дизайном-связистом. Вот. Здесь, кстати, за Шевы Плюс играет Дмитрий Кораблин, все знают его прекрасно как бэка. Да, это неплохая команда, была просто уничтожена связистом, дизайном-связистом. Миша, ты вообще что ты можешь сказать про эту игру? И кто? Роман Гаранин, я так понимаю, да, смотрел? Ну, то есть, чем он поделился, какой информацией? Ну, честно, Ром посмотрел, сказал, что команда хорошая, но... Вы фаворит. Ну, возможно, да. Но ты не видел, да, дизайн-связист? Я не видел, честно, я вот первую игру, когда смотрел отчет, но видео как бы не было, по-моему, по той игре. Как в том-то дело, посмотрел фамилию Шеви Плюс, да? Я думал, скорее всего, мы с ним будем в финале играть, ну, а тут потом оказалось, что в ответной игре их просто разгромили, и, честно, не ожидал. Ну да, неожиданный результат. И теперь у вас воскресенье, 17 июня в 14:30 стоит, собственно говоря, финал. Вот, мы желаем вам, Миш, удачи в этом. Будете готовиться, будете настраиваться особенно, да, на него? Ну, я думаю, будем, ну, смысл настраиваться как-то особенно, просто лишние нервы. Мне кажется, я думаю, будем настраиваться как обычно, на любой матч у нас. В любом матче, в принципе, задача побеждать. А, как сказал Максим Сергеевич, остался самый простой шаг. Самый тяжелый был до этого весь путь к этому финалу. Остался только выиграть. Ну, Максим Сергеевич знает, что говорить, это безусловно. Да. 17 июня также у вас стоит игра с Фениксом. Мы уже потихонечку переходим к второй лиге, насколько я знаю, в календаре. И, по моей информации, вы будете, получается, переносить эту игру с Фениксом. Правильно? 17. Ну, предварительно, кстати. Уже перенесли. Уже, почему перенесли? Потому что принципиально занять первое место, например, ну, можно же отыграть там, неважно, значит, вы же все равно вышли. Так если 17-го?
Ну, например, сыграть дуэли. После как, например, прокуратура. Например, нет? В один день, два дня да. игры. Да. Я не знаю. Или про субботу сыграть. Вы же перенесли на другие выходные, да? Получается, не в субботу. В субботу, я не знаю, почему не в субботу. А, ну, чтобы к финалу подойти, наверное. В оптимальном составе. Кондиция плюс, если опять же, возвращаясь, мы выиграем у Титана, то 16-го будет 1/4 кубка. Так что там все зависит от вот этих выходных, поэтому... Во втором дивизионе вы весь сезон спорили с собой за первое место с Фениксом 9. Сейчас они опережают вас на 2 очка. Вот ключевая игра в чемпионате, она будет вот с Фениксом как раз? Ну, для того, чтобы с Фениксом была ключевая игра, нам в других играх не надо очков терять. Но получается, в первом круге мы тоже решили в очной встрече чемпиона первого круга также. То есть они также были впереди на 2 очка, мы их обыграли, мы стали первыми. Ну, также получается и решится судьба. Во втором, да? Ну, а здесь принципиально обойти Феникс 9? И что говорит, кстати? Ну, честно, руководство говорит, задача там, главное играть в футбол. Угу. Побеждать, может быть, в каждом матче, но если я просто скажу побеждать в каждом матче, это получается, мы хотим выиграть у Феникса. Но, ну, все хорошие спортсмены всегда хотят быть первыми, хотят побеждать. Но мы же не будем играть с Фениксом, так, ну ладно, мы не проиграем, какая разница, второе место, но мы займем и первое. Конечно, каждый ставит перед собой высшие цели. Понятно, хочется выиграть. И доказать, что игра в первом круге, допустим, была не случайностью. Или там, может, мы лучше играем на заснеженном поле, правильно? Пусть вот летом хорошая погода, и все станет на свои места. Все в равных условиях. Ну, я так понимаю, Миш, ты сейчас говоришь, уже где-то что-то обсуждается, это да, с какой-то... Нет. Ну, это просто чисто мои мысли, что... Ну, все-таки в Айгру хочется все равно быть первым, правильно? Ну, конечно. Даже конечно. У Феникса сейчас спросить, они тоже хотят быть первым в любом случае. А вот сейчас при хорошей погоде, в оптимальных условиях, когда все подойдут в нормальном состоянии, встретятся, и они могут нам доказать, лучше ли они, либо и мы им докажем. Вот и все, и тогда будет все по-честному. Это же все-таки как раз и будет спортивный принцип. Ну, согласен, да. Будет интересно понаблюдать, честно говоря, за этой встречей. Скажи, пожалуйста, у Портера СВМ 3 поражения в чемпионате. Помнишь эти 3 матча? Можайка. Последняя игра. Ну, то есть она как бы получилась первая во втором круге, но последняя в том году. То есть потом перерыв. Я не знаю, что с нами случилось. То ли приехали не собранные, то ли что, но, короче, минутик 45-й мы проигрывали то ли 1-5, то ли 2-5. Потом какими-то неимоверными силами там 4-5 сделали, но времени не хватило. Одну в ничью сыграли, это я помню. Тут не помню, это второй тур вообще был. То есть мы как бы были дебютанты во второй лиге, получается. Ну, в основном команда. Ну и я, получается, дебютант во второй лиге, да. Вот. В ничью сыграли, вторая игра вообще была. И Турбине обе игры проиграли. Первую проиграли. То есть Турбина самый неудобный соперник, получается. Получается, да, но они вообще получают. И вообще самый принципиальный, наверное, соперник для Портера. Ну вот особенно если там где-то и эти поровные игры. Мне кажется, как бы тут больше Турбина сама подогрела вот этот интерес ко второму матчу, то, что там кто-то все игры дома играет, кто-то еще что-то там. В итоге очень много разговоров в интернете и в соцсетях. В итоге, ну, приехали, выиграли 1-0 и доказали, что они лучшие на поле. Зачем нужно было просто вот... Ну, я говорю, просто подогревали, правильно? И получается, и все. А вот эти разговоры, они никому ни к чему не приводят. Их много, да, получается? Разговоров? Да. Ну, всегда. Ну, футбол этим, по-моему, и славится, там, не знаю, ценится, что... Игра заканчивается, одни выиграли, другие проиграли. Эти выиграли, говорят, что они в порядке, те, кто проиграли, говорят, что да, вы выиграли случайно, там просто там мяч не так отскочил, тут еще что-то не получилось, на самом деле вы играть не умеете. И споры эти все идут вечно. И вот я говорю, поначалу, это сейчас, вот под конец более-менее, ну, успокоились, потому что все стало по своим местам. А вот когда все так шло, ну... Вровень, там очень жаркие обсуждения были, судья всегда виноват, еще что-то. Кто у вас такой главный по соцсетям, кто вот больше всех, так скажет, топит и отвечает за команду? Ну, я думаю, кто? Ваня, он в последнее время, Коротков. Коротков.
ну, посты всякие в группу записывает, а именно подискутировать и что-то обсудить, мне кажется, Свят Новик. Он всегда, по-моему, отвечает. И, то есть, мне кажется, он больше за правду даже, чем я. Миш, в принципе, с первым тремя местами здесь все ясно. Вопрос, кто первый, кто второй. Турбина третий уже. Тут никто никуда не денется. Хотя, в принципе, еще может Турбина и лишиться третьего места. Реально? Может ли Ривьера догнать? В том-то дело, что неожиданно, что Ривьера. Просто был определенный момент, там, когда Турбина вот нас обыграла, у нее был какой-то шанс даже и за второй, может быть, зацепиться. Но обыграв нас, они три, по-моему, проиграли в подряд, и одну в ничью сыграли, или две проиграли, ну, там уже не важно. Веер шел у них по пятам. Веер проиграл нам, тоже как-то у них что-то пошло, они тоже несколько проиграли. Сейчас Ривьера вот именно и Ватутина обыграла, и, по-моему... Ну, кого-то они еще обыграли, и вот сейчас они уже на четвертом месте. То есть там вот все время как-то чехарда такая идет. То есть ребята постоянно меняются. Ну, то есть, в принципе, теоретически Турбина может еще лишиться вот этого третьего места, да? То есть ты допускаешь такое? Ну, вот просто вот они проиграли три игры, потом ничью, сейчас одну или две выиграли. Мне кажется, вот этот потом прошел, и они уже как бы больше не отпустят, да, до конца-то. Вот Турбина, ну, имеет... как сказать, ну, более такой, как сказать, ну, хороший состав, стабильный. Может, больше, конечно, они не будут собираться, шансов. Я говорю, здесь, конечно, всегда все зависит от сбора, но мне кажется, нет, Турбина третья не отпустит, а вот за четвертое, за переходные там могут повороться-то еще. Ну, и скажи, пожалуйста, твое мнение, Ривьера, Веер, кто из двух команд попадет в стыки? Вот, Ривьера 68 очков, Веер 67. У кого больше шансов, как ты думаешь? Ну, честно, Веер мне по подбору игроков больше импонирует, мне больше по игре больше нравится. Но Ривьера в последние игры смотришь, ну, они вот просто так получается, мы приходим, они перед нами играют. Они тут Ватутина, по-моему, обыграли, еще кого-то обыграли, ну, причем кто все рядом. И тут, честно сказать... Мне кажется, до последнего придется, но борьба будет за эту четвертую путевку. Ну да, здесь все очень упорно, все очень интересно. Да. И на кону достаточно много, это в переходные матчи. Безусловно, безусловно. Вот Миш, ты сказал, что Портер идет от матча к матчу, да, в каждом матче нужна победа. А есть ли какая-то глобальная задача? То есть вот сейчас вышли в первую лигу, а что дальше? Выходить в премьерку будет стоять задача? Как вы вот видите этот следующий сезон? Когда я пришел в Портера свои, я тоже спросил, какая у нас задача? Сказали, ну, играем в каждом матче, собираемся, получаем удовольствие. Постепенно пошло, 5 туров прошло, давайте в пятерку. 10 туров прошло, давайте в тройку. Ой, а тройка это же первая лига, давайте в первую выйдем. Я думаю, сейчас... Вот, опять же, глобальной задачи, мне кажется, нет. Сейчас выйдем в первую. Сейчас... Или их не озвучивают. Вот, может быть, и не озвучивают всем, да. Между собой что-то решают. Не знаю. Потому что подбор игроков-то ведется довольно-таки серьезно. Нет. Но здесь больше то, что, ну, как-то больше дружеский коллектив, именно то, что один позвал другого, то, что мы играли до этого также в Мегаполисе, и Ковальчук играл, Максим. Да, да, да. Вот возвращается а-ля Мегаполис, Т-34. Ну, вот я, кстати. Снялся там Захаров, по-моему, да. Боровик Щербаков. Анри Клюев. Анри, да, Клюев. Все правильно, вот уже 4. Фомин, по-моему, да? Ну, он что-то, по-моему, уже давно не ездил. То был, то был, мне кажется, вот я... Ну, все равно, да, это достаточно большой костяк. Суть в чем? Что потихонечку собирается опять второй Мегаполис Портере СВ. И вы так, Миш, дойдете, вот мое мнение, до... премьер-лиги. Представляешь? Мне кажется, я просто, когда мы дойдем до премьер-лиги, я вот просто в возрасте Максима Сергеевича, мне кажется, я так не буду двигаться. Ну ладно, два года. Это во-первых. Во-вторых, ну, я говорю, ну, теоретически возможно все, но с другой стороны, зачем два Портера в премьер-лиге? Ну, один Портер СВ, другой Портер. Есть же Мегатитан и Титан.
Ну, почему? Они уже как бы не имеют отношения друг к другу, или все-таки ну, имеют? Тут Портер СВ и Портер, две разные заявки разные, все разное. Ну, в принципе, да. И, а представляешь, какой будет дерби? Ну, а получается, все равно руководство как бы приблизительно одно же. Ну, да, но будет дерби, представляешь, какое? Да, нет, среди коллективов. Мне кажется, нет. Обыграть, так скажем, младше, обыграть старше. Нет, я говорю, сейчас просто задача, ну, хотя бы выйти в первую и посмотреть, как мы там будем в первой. Ну, вот скажи мне, кто, так скажем, учредитель Портер СВ, Николай? Ну, допустим, ну, учредитель, но... Ну, как? Ну, он, ну, наверное, хозяин уже. Ну, хозяин Николай Новик, правильно? Ну, да. Вот, соответственно, Портер старше... А там Александр. Александр Кочетков. А ты хочешь сказать, между собой они будут что-то там? Нет, я к тому, что в любом случае это люди, как бы, которые есть всегда... Они, это большие люди, которые ставят с тобой цели всегда, правильно? Их добиваются. И я больше чем уверен, что на первой лиге они не остановятся. Не знаю. Ну, ты знаешь, сейчас, это вот хочется там большего. Но это сейчас из области то, что может быть, что они сделают, но мы же не на их месте, мы же не можем на них принимать решения. А вот они, когда выйдем мы в первую лигу, ну, то есть, получается, время покажет, мы же не можем за этих людей решать, что да, будет согласен, дальше. Но подбор чисто теоретически, футболистов... Чисто теоретически представить можно все, что угодно, ну, получается. Ну, пока вот первый дивизион... Пока как мы там... Просто, ну, вышли, все, теперь, ну, просто вот сейчас думает то, что, ну, максимум, ну, там, в десятку, если можем попасть, может быть, то уже будет хорошо. А там, ну, опять же, я говорю, вышли из третьего во второй, тоже думали, что, может быть, в десятке будем, правильно, но оказалось, что можно решать такие задачи. Если, просто я, например, не уверен, что если мы будем занимать там место, которое дает право выхода в премьер-лигу, мы пойдем в премьер-лигу. Ну, это я сейчас так говорю, потому что я не знаю, чего на самом деле люди хотят. Ну, мне кажется, что Портер СВ хочет многого, это амбициозная команда. Ну, ладно, Миш, давай немножко поговорим о втором дивизионе А. Вообще, вот, смотрел, что происходит параллельно? Вообще, как-то заглядывал, может быть? Ну, кто вместе с вами, да, будут выходить в первую лигу? Честно скажу, только узнаю из ваших передач, и то уже как бы... Забыл название даже, если честно. Первые два места вновь мы озвучим Вильяминова и Интера. Здесь тоже все не так однозначно за первое место, потому что Вильяминова лидировал весь сезон, но теперь уже разница 2 очка получается у нас. И как-то все так сместилось, непонятно. Плюс Интера, да, уже оторвалась на 3 очка от Adidas U23. Ну, Adidas-то тоже себя довольно-таки комфортно чувствует на третьей позиции. Ну, да, здесь... А вот за четвертую строчку вдруг не на шутку разразилась какая-то настоящая битва, война. Целых три коллектива ведут сейчас вот эти баталии. Смотри, Классика и Томека. Да, это два самых главных претендента. Да. Медик, наверное, не стоит еще пока все-таки сбрасываться со счетов. Что Классика, да, у нас первая часть, она лидировала. Помнишь, да, Рамиль Ростунков, было интервью, молодая, обученная, интересная команда, но в какой-то момент сбавила немножко оборота, видимо, может быть, опыт сказался, да, на длинной дистанции, и, соответственно, команда находится сейчас в зоне переходных матчей. Ну, а Томека, Дим, Томеку ты прекрасно знаешь. Да, был у нас также в гостях Денис Кравченко, руководитель этой команды. Весь сезон шли, в общем-то, так вот, в первой когорте команд, где-то были свои провалы, где-то были свои удачные моменты, но и вот под конец сезона, честно говоря, для меня все-таки немножко неожиданно, но действительно команда сейчас может побороться вот за те самые стыковые матчи и повысить свой класс. Я, честно говоря, за ребят очень рад, поэтому желаю ему успехов, удачи в этом деле. Ну, шестая строчка Медик, который тоже весь сезон шел где-то в серединке, но вот... Весной выдал такой хороший, резвый старт. И вот теоретически может побороться за выход. Ну, Медик-то это был завсегдатай первого дивизиона, да. Ну, вообще, любим мы Медик, честно говоря, потому что Медик, да, Дим? Да, родная наша команда. Родная наша команда. Вот, и играли на Медике мы на стадионе, если кто знает, долго, да, и любим это название, поэтому для нас оно родное. Миш, Медик, кстати, знаешь вообще стадион? Нет, да, никогда не играл. Один раз, по-моему, там маленький еще играл, был или, ну, еще в школе, когда... Просто какие-то такие не очень, ну, как сказать, ясные воспоминания. Приблизительно что-то вроде бы встречалось такое.
А Карнаухов Леха, он играет еще, заметил? Да, ну, да, да, да. Он за ветерана за нас еще играет. За Портер. Ага. Ну вот, видишь, он тащит, можно сказать. Да он в порядке. Медик в первый дивизион обратно. Была такая команда Т-34, которая обладала хорошим подбором игроков, но, к сожалению... И плохими результатами. И плохими, да, результатами. К сожалению, команда была снята за неявки. Миш, ты, у тебя там, мы говорили, да. Я просто их встречал, они тоже же, получается, параллельно играют. Да, да. У них постоянно, по-моему, не сборная игра. Почему? Почему так не спрашивал, что, как? Ну, сегодня кто-то не говорил, там что-то с руководителем, как-то у них, что ли, перестал. Обеспечивать команду? Ну, какое отношение, может, менялось, не знаю. Но вот сегодня просто слышал так мельком, но точно не могу сказать. А так, я говорю, ну, ребят встречал вроде, и все те же ребята, которые серебряными призерами становились. Угу. И куда они? Не, ну, ты имеешь, куда они пойдут сейчас? Не, ну сейчас я не знаю, еще пока не... И мир, репортер СВ на них нет. Ну пока никто ничего этого не говорил, просто то, что они снялись, я только сегодня узнал. Угу. Поэтому разговоров об этом не было. Ну просто я имею в виду, что видел, вроде все ребята те же играют, а смотришь результаты, они внизу в зоне вылета, и в итоге еще и снялись. Честно, удивительно для меня. Просто с такими результатами я не думаю, что кто-то в СВ может попасть. Старый когорт. Да, но это ребята, которые, собственно, выигрывали серебряные медали для Мегаполиса. Извините, вход в Портер СВ к вам закрыт. Ну, не совсем, я же не так сказал. Надо будет доказывать. Там молодой Морозов, он не пустит. Да, интересно. Ну вот, наверное, и все, да, что мы хотели сказать. Миш, честно, очень приятно, что пришел в студию, было интересно. Ты нас рассказал и нам, и зрителям о втором дивизионе, помог с вторым дивизионом А. Вот, мы тебе и твоей команде желаем успехов в финале Кубка Москвы, да, Еврокубка. В 1/8 Кубка Запада. Да. И в чемпионате, собственно, тоже. В гостях у нас был серебряный призер премьер-лиги в составе Мегаполиса, ныне действующий игрок Портер СВ Михаил Архангельский. Спасибо Михаилу Архангельскому за то, что посетил нашу студию. У нас осталось неохвачено еще третий дивизион, группа А и группа Б. Да, быстренько пробежимся. Чемпионат уже завершился. Здесь, правда, еще все равно имеют команды шанс повысить свой класс, потому что сейчас в самом разгаре Кубок Ермака, и за ним мы тоже будем обязательно следить ближе к каким-то финальным стадиям, когда уже ветераны подключатся. Собственно говоря, когда Балтика тоже уже вступит в этот турнир полноценно. Ну а пока хотим поздравить, наверное, несколько команд, которые уже 100% повысили свой уровень. Это Флагман, это Рубикон, Цемент и ММ, собственно говоря, команды из третьего дивизиона А. В последнем туре решалось, сможет ли Партизаны напрямую, да, пройти, собственно говоря, в зону выхода во вторую лигу, или же, собственно говоря, в стыковой матч попадет. Но вот здесь вот Кегли-Дубль, как бы, с одной стороны, обыграли Партизан, да, и оставили их за бортом вот этой, собственно говоря, зоны, да, зеленой. Но, с другой стороны, сами дублирующие составы, они не могут выйти во второй дивизион, поэтому, собственно говоря, Партизан в любом случае попал вот в стыковые матчи. Вот. Но единственное, что мог, конечно, со своими конкурентами немножко поспорить и выйти напрямую. Ну, в принципе, он ММ, правильно, наверное, да, называть, я прошу прощения, да, за не совсем, может быть, корректное, действительно, название, но такое необычное, нестандартное. Все-таки они набрали с Партизаном-то по 53 очка, и лишь по разнице, да, по дополнительным показателям оказались за чертой вот этой. Более того, Партизан проиграл Кеглем, а Флагман уступил в последнем туре Рубикону. И Рубикон за счет этого, Флагман уже ничего, в общем-то, этот матч не решал, ничего не значил, там уже действовал там где-то и дублирующий состав, возможно. Но
Суть в том, что Рубикон, одержав эту победу, поднялся на третью строчку. Если вы вспомните, чемпионат как складывался вообще в третьем А-дивизионе, Рубикон шел там на позиции 7-8, может быть, где-то к середине, к перерыву. Но затем, конечно, команда стала, видимо, очень серьезно прогрессировать, потому что ну, результаты говорят сами за себя. Что касается 3Б-дивизиона, то здесь, как мы уже говорили, лидирует Импульс. И как раз в Кубке Запада, в 1-16 стадии, Импульс попал на команду Премьер-лиги после того, как разделался с командой первого дивизиона, городком 17, 19-1 или 19-0, что-то в этом духе. То есть забил, конечно, очень много. И вот здесь вот как раз хотелось бы посмотреть на тот самый уровень, на те самые 260 забитых голов за весь такой, скажем, неполноценный сезон, потому что команд мало все-таки. Но здесь хоть у КПРФ и большие довольно-таки проблемы по ходу сезона, Миша, мы об этом не раз, в общем-то, говорили, все равно все-таки коммунистам удалось взять в этой встрече вверх и пройти дальше, но Импульс очень понравился, и вот как раз вы можете понаблюдать за тем, как команда строит свои атаки, как обороняется, и, собственно говоря, что вот действительно, откуда берутся эти 260 мячей за 26 игр. Ну и все-таки разница в классе, она видна, это раз, и второй момент, что все-таки это второе всего лишь поражение в сезоне, да, и от команды Премьер-лиги это все-таки достойный результат. Ну вот дальше будет сложнее, дальше будет второй дивизион, посмотрим, как там Импульс себя проявит, хотя мы об этом уже говорили, да, опять же, эта команда, наверное, будет одним из фаворитов. Да, ну а компанию составят Импульсу во втором дивизионе Сокол, Олимпик, и в последних турах решалось как раз либо Ред Зори, либо Форум выйдут напрямую, потому что эти две команды вот устроили свой турнир в турнире, да, чемпионат в чемпионате. Остальные, в общем-то, коллективы боролись там за первые места, за тройку. Кто-то, в общем-то, играл свой полномерный чемпионат, а вот Форум и Ред Зори весь сезон, ноздря в ноздрю, как раз вот решали, кто из них выйдет напрямую, и в итоге Ред Зори чуть ли там не в последнем туре смогли все-таки подняться на четвертую строчку, а форуму предстоят стыковые матчи. Но также, как я уже говорил, не стоит забывать, наверное, о Кубке Ермака, и ведь победитель этого турнира также. Ну вот еще футболист КПРФ получил красную карточку. Вот такой, мне кажется, нестандартный случай, когда из Премьер-лиги получает красную карточку нужно в матче сказать, там, с командой из третьего дивизиона. Нужно сказать, что это причем не прямая красная карточка за какие-то там споры с судьей, там, или знаешь, какой-то там, может быть, эмоциональный всплеск. Нет, очень много желтых карточек получили футболисты КПРФ, штук, наверное, 5-6, наверное, вот так вот, и вот одна из них как раз была второй. Ну, удивительно, видишь, может быть, не знаю, настроились, я просто Шнину сказал перед игрой, что Импульс, спросил, что за команда, я сказал, что команда из третьего дивизиона, которая поднялась во второй, которая было всего одно поражение в чемпионате, вот, он сказал, будет второе, и, может быть, там накачал своих партнеров так, что они вышли просто разрывать этот Импульс на Импульсе. Пожалуй, это все, что нужно было сказать, наверное, о третьих дивизионах. Чуть больше такие подробные итоги мы подведем, когда уже состоится финал Кубка Ермака. Тогда уже, наверное, мы сможем озвучить все коллективы третьей лиги, которые смогли подняться во второй дивизион. Да, и что касается трансляции, друзья, мы покажем все финалы. Обязательно Лига Чемпионов, Кубка ЛФЛ, Лига Москвы и Кубок Москвы, если они будут на Западе. Опять же, мы проанонсируем обязательно их. Конечно же, следим за Кубком Запада, который он здесь будет. Я думаю, что он тоже будет интересный. Друзья, на этом передача наша подходит к концу. В студии был Михаил Меркулов, Дмитрий Ершов, Михаил Архангельский. К сожалению, Максим Киселев, наш народный комментатор,
не успел сегодня посетить нашу студию, но в следующий раз он будет здесь обязательно. Ну и мы говорим вам до свидания, до новых встреч, играйте в футбол. До свидания.